Здравствуйте! На канале АТВ-центр «Время новостей» и в эфире программа «Ныне» с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Принять бюджет Ахтубинска на 2015 год надо с учетом поправок, решили городские депутаты и предложили создать согласительную комиссию. В турнире по мини-футболу памяти летчика-испытателя Геннадия Анцыбора ахтубинцы заняли вторую строчку турнирной таблицы, уступив лидерство команде из Волжского. Село ждет специалистов. На мероприятиях по профориентации со школьниками беседуют преподаватели сельскохозяйственных вузов. И обо всем подробнее. 3 декабря 11-классники писали сочинение. Те, кто успешно справился с заданием, получают допуск к сдаче единых государственных экзаменов. Среди ахтубинских школьников таких большинство. Но есть все-таки ребята, не получившие зачет. Ну, на сегодняшний день мы уже имеем официальные результаты из Министерства образования по проверке работ. У нас сдавало 3 декабря 336 учащихся, 17 всего получили незачет. Но 16 получили официальный незачет, 17-й ребенок, это ребенок 4-й школы, был удален с экзамена, так как у него во время экзамена зазвонил телефон. В принципе, дети написали хорошо, если по области 7,5% не справились детей, мы вошли в общероссийский показатель. По России 5% учащихся не справились с предложенными темами сочинения. Те дети, которые получили зачет, их сочинения уже отправлены в федеральную базу, они опубликованы на официальном сайте Министерства образования Российской Федерации, и они могут воспользоваться своими результатами при поступлении в высшие учебные заведения, если в качестве, если в вступительных экзаменах есть русский язык. То есть это сочинение будет перепроверено, и ребенок может получить до 10 баллов к результату ЕГЭ по русскому языку. У нас очень хорошо написали, практически не получили ни зачет. Это школы Золотуха, Новониколаевка, школы Верхнего Баскунчака, по городу 3-я школа, 4-я школа, если мы не берем во внимание того ребенка, который был удален с экзамена, и 2-я школа. Наибольшее количество незачета у нас получили дети в Нижнем Баскунчаке. 5 учеников получили незачет. Но отчаиваться не нужно. На сегодняшний день принято решение Министерством образования с 20 по 25 января мы проведем для этих детей репетиционный экзамен на уровне муниципалитета. Подготовим их еще для того, чтобы дети получили зачет. И в феврале эти ребята могут спокойно экзамен пересдать. 5% у нас детей не справились с заданием. В основном дети выбрали темы, связанные с войной, и темы, связанные с Лермонтовым. Вот эти две темы в основном фигурировали в сочинениях, которые писали дети на территории нашего муниципалитета. При рассмотрении проекта бюджета на 2015 год депутаты городского совета внесли ряд предложений, учесть которые, по словам финансистов городской администрации, слишком проблематично. В ответ на это народные избранники предложили создать согласительную комиссию и еще раз пересмотреть все статьи расходов. Подробнее о том, как проходило заседание, в материале Сергея Луцева. На 6-м заседании Совета муниципального образования города Ахтубинск были рассмотрены 5 вопросов. Но главным, конечно же, был вопрос рассмотрения и утверждения проекта бюджета города Ахтубинска на 2015 год. Докладчиком выступила Галина Вишняк, заместитель главы администрации, начальник муниципального учреждения, финансовый отдел, которая остановилась на основных параметрах бюджета. Проект бюджета на 2015 год вносится по следующим параметрам. Доходы 213 625 тысяч. 784 рубля 16 копеек. В том числе прогноз сбора собственных доходов 162 миллиона 87 тысяч, безвозмездные поступления 51 миллион 538 тысяч, из них
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 28 миллионов 103 тысячи. Субсидия бюджетом 17 миллионов 835 тысяч. 5 миллионов 600 прочие. По расходам 229 миллионов 832 тысячи. В том числе в расходах учтен дефицит 10% согласно бюджетному кодексу. Это 16 миллионов 208 тысяч. Галина Вишняк-Доходчева объяснила депутатам, что большой долг остается с 2014 года, и его необходимо учитывать в новом бюджете. Осветила финансирование устройства ремонта дорог, жилищно-коммунального хозяйства, озеленение, газификации, культуры, содержание аппарата администрации и Совета муниципального образования города Ахтубинск. Проект бюджета обсуждался на всех комиссиях Горсовета. Заключение постоянных комиссий довела депутатам Татьяна Тетерятникова, председатель комиссии по бюджетной и финансовой политике. Комиссия по бюджетной и финансовой политике, социально-экономического развития и предоставления налоговых льгот пришла к заключению. В связи с дефицитом бюджета муниципального образования города Ахтубинск на 2015 год, долговыми обязательствами по оплате, переходящими с 2014 года на 2015 год. Первое. Администрация муниципального образования город Ахтубинск сократить бюджетное назначение по всем статьям расходов на 5% от предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования Ахтубинск на 2015 год, за исключением статей, относящихся к заработной плате и начислениям по ней, показателю физической культуры и спорт и показателю муниципальной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования город Ахтубинск на 2014 год. Второе. Направить освободившиеся финансовые средства на выполнение наказов депутата Совета муниципального образования город Ахтубинск и избирателей муниципального образования город Ахтубинск. Депутаты высказывали много предложений о сокращении статей бюджета, и практически везде нужно резать по-живому. На празднование 70-летия Победы финансы не урежешь. Ремонт труб теплосетей и водопровода, благоустройство и дороги необходимы для жизни города. И во многих случаях пожелания депутатов не совпадали с финансированием средств из бюджета. Мы обращались, да, в комиссию. Вот, Татьяна Александровна, можно вас? Да. Вот мы зачитали там пожелания депутатов. Там позаречь вот от нас, от депутатов, от 6-го округа. Мы практически ничего почему-то не учили. Вчера только мы опять писали, мы там выбрали с вами, помните, да, Иван Иванович? Вот давайте остановимся хотя бы на двух вопросах по Петропавловке, коль мост столько много забирает. Вот по улице Красный Дом, дорога к третьей школе. Уже говорили, да? Говорили, но мы ее не включили, мы ее никуда. Там она еще не закончила. И улица Карла Марксена, которая прям обрывается бетонка, и там гимнище такая. Туда и Чернова возили несколько раз, он там смотрел, голову качал. Это первая, пятая школа, да? Да, это, то есть третья и пятая школа. То есть чисто школы хотя бы, не говоря уже о дороге, там, домам и так далее. Там. Я считаю, нужно вот по строительству дорог, может быть, вот тот бюджет, который сейчас есть, его утвердить. Потому что мы сейчас загоним, наверное, вот тех, кто работал над бюджетом, хотя я еще раз подчеркиваю, мое предложение было 20% снять, утвердить в том виде, в котором предлагает администрация. Но они четко должны понять нашу позицию. Они — это сотрудники администрации, которые здесь присутствуют. Ну, если меня, конечно, депутаты поддержат. О том, что строительством дорог заниматься необходимо. Я считаю, что бюджет утвердить в том виде, в котором есть, но комиссиям поручить поработать над этим бюджетом, возможно, скорректировать их в течение года, чтобы вот эти изыскательские работы мы проводили уже в этом году. И в следующем году мы все-таки приступили к строительству дорог, чтобы мы знали, что Ленина будет построена, что Фрунзе будет построена, что объездная дорога будет построена. А все остальные задачи оставить на второй план. Свою точку зрения депутатам высказал Станислав Глаголев. Большая просьба, не подменяйте себя специалистами, которые работают в том, в направлении одно, который специалистом является. Я еще раз прошу закончить данное обсуждение, принять решение уже по бюджету, принимая, не принимая. Мое отношение, бюджет принять, действительно, правильно сказали, будут сейчас построить четвертому конкурсу, где-то какие-то деньги будут оставаться, дай бог, хотя я в этом не уверен. Я как бы думаю, что и какие-то вопросы могут и отказаться, потому что поэтому... Все. Голосование определило 3 за принятие бюджета, 3 воздержались, 12 против. Бюджет не принят. Депутаты решили создать совместно с администрацией муниципального образования города Ахтубинск согласительную комиссию. По аналогии с первым вопросом не нашли поддержку депутатов 4-й и 5-й вопрос. О передаче имущества из муниципальной собственности в федеральную,
Отсутствует правовая основа переоборудования помещений для размещения Совета муниципального образования города Ахтубинск в другом здании. Депутаты рассмотрели вопрос протеста Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры и на его основании внесли изменения и дополнения в правила благоустройства и озеленения города Ахтубинска. На прошедшей неделе в Ахтубинском районе состоялся ряд встреч, во время которых преподаватели ведущих вузов Волгограда и Астрахани, а также руководители областного министерства и районного управления сельского хозяйства приглашали школьников на учебу по специальностям, востребованным сегодня в сельском хозяйстве. Развитие темы у Владислава Лихваря. Молитва святая. На сцене вокальный ансамбль Волгоградского государственного аграрного университета, студенты агрономического факультета. На такой лирической волне началась встреча старшеклассников Капустяноярской школы с ведущими преподавателями сельскохозяйственных высших учебных заведений Астраханской, Волгоградской областей, руководителями Министерства сельского хозяйства Астраханской области, Управления сельского хозяйства Ахтубинского района. Генеральный директор сельхозпредприятия «Викалина» Леонид Яковлев рассказал ребятам, что в настоящее время в сельскохозяйственной отрасли как никогда востребованы грамотные специалисты. У нас вот организовано порядка 25 рабочих мест, поэтому по окончании институтов приглашаем вас к нам, сельскохозяйственной академии. Сейчас большая потребность, конечно, в рабочих специальностях. В специальностях это трактористы, это электрики, те, кто сварщики. Большая нехватка специалистов именно этих профессий. Выпускникам школы показали видеоролики, материал для которых отснят на полях и фермах Ахтубинского района и используется в полной мере высокопроизводительная сельскохозяйственная техника как в животноводческой, так и растениеводческой отраслях. Татьяна Стоцкая, начальник отдела кадров Министерства сельского хозяйства, сообщила, что Астраханская область в настоящее время занимает в России лидирующую позицию по производству сельхозпродукции, а специалистов не хватает. Специалисты в нашей отрасли востребованы как никогда и как нигде, наверное. Мы испытываем реальный кадровый голод, и поэтому обращаемся к вам о том, что вот вы сейчас стоите перед выбором профессии, и выбрать ее вы должны один раз на всю жизнь. Мы очень хотим, чтобы вы обратили особое внимание на профессии для агропромышленного комплекса. Преподаватели Астраханского сельхозинститута рассказали о профессиях, востребованных, очень нужных, хорошо оплачиваемых, которые можно приобрести в Астраханском сельхозинституте. А его студенты в песне заверили, что их институт лучший. Выступил перед выпускниками Капустяноярской школы и Юрий Кузнецов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Волгоградского сельхозуниверситета. Рассказал он о большом перечне профессий, которые можно получить в их учебном заведении. Александр Кириченко, начальник учебной части военной кафедры Волгоградского сельхозуниверситета, добавил, что студенты ВОЛГУ могут на военной кафедре после обучения получить воинские профессии – артиллериста, ракетчика. Имеется уникальная возможность с получением высшего образования по избранной специальности – инженера-электрика, бухгалтера, инженера-экономиста и так далее, агронома – получить воинское звание лейтенанта запаса, которое дает право в дальнейшем, после окончания вуза, также устроиться не только в ряды вооруженных сил, но и в различные силовые структуры, в органы МВД, ФСБ, пограничные службы, контроля, МЧС, в любые силовые структуры. В завершении встречи Любовь Пельман, специалист управления сельского хозяйства Ахтубинского района, сообщила, что руководители администрации района заключили договора с рядом сельскохозяйственных учебных заведений, куда для получения высшего образования могут по направлению пойти учиться выпускники школ Ахтубинского района. В данный момент заключены договоры о приеме на целевое обучение граждан с высшими учебными заведениями, таких как
Волгоградский государственный аграрный университет, Астраханский государственный университет, Астраханский государственный технический университет, Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина и Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова, которые осуществляют подготовку по направлениям и специальностям для всех отраслей АПК, то есть агрономия, зоотехния, ветеринария, агроинженерия и так далее. Мероприятие, считают организаторы встречи, прошло на высоком уровне. Данное мероприятие прошло, в общем-то, с большой эффективностью, надеюсь, для выпускников Капустино-Ярской школы. И, в общем-то, надо поблагодарить за организацию Министерства сельского хозяйства Астраханской области и участников, наверное, всех участников данного мероприятия. Завершился турнир по мини-футболу памяти летчика-испытателя Геннадия Анцибора. В соревнованиях приняли участие лучшие команды из городов Юга России. Победителями турнира стали представители города Волжский. На втором месте ахтубинская команда «Искра-1». В воскресенье, 21 декабря, в спорткомплексе царило оживление. Завершался четырехдневный турнир по мини-футболу, посвященный памяти замечательного летчика-испытателя, погибшего 12 лет назад в авиакатастрофе. Друзья Геннадия Петровича Анцибора организовали проведение ежегодного футбольного соревнования и таким образом увековечили его память. В турнире в этот раз приняли участие юные спортсмены из четырех городов Южного федерального округа. Из Астрахани, Волжского, Знаменска, Ахтубинска поединки проходили в очень напряженной борьбе. Выявить сильнейшую команду – такую задачу поставили перед собой организаторы турнира. А потому борьба на футбольном поле шла по полной программе. Каждый город выставил по две команды. За Астрахань – две, «Газпром-добыча», Волжский – «Энергия-1» и «Энергия-2». Честь города Знаменска защищали две команды «Звезда», а Ахтубинск – «Искра-1» и «Искра-2». И вот финальный поединок. Встретились на поле футболисты из Волжского и команда «Искра-1» из Ахтубинска. Последние проиграли решающий матч. И для гостей команде «Энергия-1» это стало тоже большой неожиданностью. Еще никакой футбольной команде на этом турнире не удавалось обыграть ахтубинцев. Мы не первый раз встречаемся с Ахтубинском. Они очень серьезный соперник, но в этот раз мы были сильнее. И в честь памяти летчика мы выиграли этот турнир. Если бы он видел эту игру, он бы гордился нами. И вот построение. Мальчишки очень были довольны игрой, встречей на таком значимом для них турнире. Поздравили их с победой организаторы мероприятия и Валерий Анцибор, летчик-испытатель, брат Геннадия Петровича. Дедом занимался очень сильным футболом. В детстве, и когда пришел уже сюда, на Ахтубинскую землю, служить летчиком-испытателем, он очень много времени отдавал развитию футбола. И сразу наступил кульминационный момент турнира – награждение победителей. За третье место – кубок, почетные грамоты и медали. Валерий Анцибор и герой России, летчик-испытатель Олег Мутовин вручили команде «Энергия-2» из города Волжский. За второе – призовое место – команде из Ахтубинска «Искра-1». И победителей соревнования тоже наградили кубком, медалями, грамотами. Но кубок был чуть побольше, медали сияли ярче, и в грамотах слова были значимее. Победили сильнейшие. В этом году сильнейшая оказалась команда города Волжского, с чем мы их поздравляем. К сожалению, кубок уезжает в Волжский, но в следующем году мы ждем эту команду, и они выразили желание участвовать в этом турнире. Поэтому надеемся, что наша команда, так замечательно начавшая турнир, великолепно сыгравшая первую игру, к сожалению, вот этот победный настрой не сохранила до конца турнира, заняла второе место, в принципе, почетное второе место. Но надеемся, что в следующем году наша команда отыграет кубок, и мы опять увидим захватывающую, замечательную игру. Ну а мы еще раз вспомнили нашего друга, нашего боевого товарища Геннадия Петровича Анцибора. Вспомнили, как он жил, как он летал, как он играл в футбол. Нам приятно смотреть на подрастающее поколение. В них весь смысл нашей жизни.
Грамоты, сувениры, кубки, медали для победителей турнира подготовили сотрудники районной администрации. А сладкие подарки для всех команд, соревнования, памятные фотографии и подарки для тренеров, лучших игроков турнира, руководителей гарнизона. Был и приз лучшему игроку, личный, от Валерия Ансибора. Он и вручил его Матвею Гамзаеву, нападающему команды «Энергия-1». На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.